У одним из микрорайонов столицы открыли сезон лыжных гонок. Такую альпийскую картину створили на роллерной трассе у Вяснянцы «Снежные опушки». Одразу на месте аматоров морозных забав забеспечат и необходимой экипировкой. Година аренды каштует 5 рублей. Как плануют подтримливать снежное покрыво амаль до середины весны, ведает Ян Пашкевич. Вот такая могутная заверуха разгулялась у столицы. Сегодня с раницы эту гору намело литерально за несколько годин. Але на счастье меньшан, гэты снег штучный, а выпал он только на лыжероллерной трассе у Вяснянцы. На счастье усім аматорам зимовых видов спорту. Альпийско-лыжный антициклон на трассу принесли морозные опушки. Сёлета снежные залпы дают одразу 10 зимотворчих машин. Кропли воды у снег перетворая. Могутный вентилятор. А уже через метров 10 она уже превращается в снег. Вот это вот, я думаю, мы до конца нашего дня мы это все развезем. Затем специальная техника устилает трассу. Робят это поступово, покуль должиня лыжни усяго 1 километр. Это только разминка, как для лыжников, так и для снежных пушек. Следующий этап – это 2,5 километра, и заключительный этап – 5 километров. Если погода нам позволит, я думаю, что в течение 10-15 дней в полном объеме трасса будет завершена. Заховывать горнолыжный курорт у столицы смогут навод при плюсовых температурах. А кроме как снегом, тут аматоров зимового фитнесу забеспечить и экипировкой. У формате все включено. От 35 размера включительно до 46 размера. Вот. Рост от 150 до 210. А кроме того, на снежной трассе будут проводить и спортивные споборництвы. Поудельничать у таких гонках за здоровьем запрошают амаль каждый уикенд. Ян Пашкевич, Алексей Праудиков, агентство «Теленовин».